всем, с вами We Are The Best. Сегодня у нас на канале обзор раздвижного держателя для смартфона Fujimi SM-CL1. И поставляется он вот в такой вот коробочке. И штатив, на который он у меня сейчас установлен, в комплект не входит. Этот держатель предоставил нам на обзор магазин Фотогора. Фотогора. Ссылки в описании. Данный держатель изготовлен из экологически чистой стали и прочного пластика ABS. Резьба здесь 1/4 дюйма. Это стандартная резьба, которая применяется для крепления на всех штативах, на всех фотокамерах и видеокамерах. Также хочу сказать, что на данном держателе резьба металлическая, и это хорошо. Вот у меня самый обычный мини-штативчик со стандартной резьбой. И он, данный держатель, без проблем накручивается на данный штативчик. Также вы можете накрутить данный держатель для телефона совершенно на любой штатив. Чтобы ваш смартфон хорошо здесь держался, его ширина должна составлять от 5,5 до 8,5 сантиметров. То есть, если его ширина меньше 5,5 сантиметров, то есть это вот, то он просто будет болтаться и из него вывалится. А если больше 8,5 сантиметров, то он просто сюда не влезет. Вот сейчас я подниму максимум на 8,5 сантиметров. Сейчас мне не очень это удобно делать, но вот так вот, вот 8,5 сантиметров. Хочу отметить наличие резиночек. Резиночка 1 и резиночка 2. Присутствует и резиновый язычок с шершавым покрытием. Благодаря нему ваши руки не будут с него соскальзывать, без всякого труда вы сможете открыть ваш держатель, то есть поднять такую верхнюю лапку вот такими вот движениями. Это довольно несложно. И последнее, что хочу сказать, данный держатель произведен в Гонконге. Ссылки на магазин Фотогора и на их видеоканал в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем спасибо за просмотр, всем пока!